Сегодня Польша передала в пользование Украине многоэтажный жилой комплекс в Варшаве. Ранее постройка принадлежала России. В 70-х годах прошлого века польские коммунистические власти заключили с Советским Союзом договор об обмене земельными участками. Именно тогда в Варшаве и построили многоэтажку на улице Советского 100 для сотрудников российского посольства. В здании более 100 квартир. Из-за высокого забора поляки окрестили постройку российским шпионом. Начиная с 90-х и до сегодняшнего дня комплекс был заброшен и сейчас требует ремонта, сообщил мэр Варшавы Рафал Часковский. Все судебные вопросы касательно права собственности урегулированы. Дом официально принадлежит Польше. Мы надеемся, что польское правительство рассмотрит нашу ноту, которую я сегодня передал в Министерство иностранных дел с просьбой взять в долгосрочную аренду за символическую плату этот дом для нужд Украины. Мы хотим, чтобы тут можно было разместить украинский дом, украинский культурный центр, чтобы можно было создать место для презентации украинского искусства, культуры. Возможно, какой-то детсад и школу украинскую.